Доехать за короткий промежуток времени до места вызова медицинской помощи теперь станет легче. Гидроусилители руля, мягкие подвески, новые полноприводные автомобили проедут и по заснеженным дорогам, чего не могли делать машины старой модели. У вас он проходит. Те промежутки, которые не пройдет та же самая «Газель», даже полноприводная, во-первых, проходимость, но он создавался как военный проходимый автомобиль. Переданы в использование машины класса «Б», где помощь оказывается фельдшерами, а не реанимационными бригадами. Электрокардиографы, дефибрилляторы. Автомобили оснащены новым оборудованием. Класс «Б» нам необходим более, чем класс «С». Но сейчас мы закрываем еще огромную потребность, потому что 221 бригада и 18 сегодня опять обновятся. Это очень много. Бригады скорой помощи 12 районных больниц будут работать на новых автомобилях. Это и Бугуруслан, и Соль-Илецк, и Новоорск. Всего передали 14 скорых. Напомним, что 36 ранее уже были вручены областным и городским больницам. А в конце года новые машины поступят в Оренбург и Орск.